Дети у меня убежали. Вот здесь вот залезли за забор. Возвращаются. Ученички. Тёма увидел, под забором лезет, говорит: о, моя учительница по английскому идет, смотрит такой на нее, сам под забор залезает. Представляете? Ученичок такой. Давайте тут сломайте, сейчас забор-то уже шатается все. Да, там есть еще выход. Нет, там может и закрыто все, я не знаю. Ну, бегите там. Ну, только не бегите тогда, идите спокойно. Рядом со мной-то. Вот знаете, рядом с этими лучше не ходить. Тут могут расти. Вот, например, вот. Ты такие шустрые ставишь, что я отвернусь и уже не вижу, где они. Во двор ушли. Я иду другой дорогой, не через двор, а там рядом с домом. Смотрю, уже не вижу. Я вышла. Уже куда-то убежали все. Вдвоем, то есть. Да, здрасте. Здрасте, хорошие люди. Привет, Рома. Привет, Рома. Привет, привет. Ой, ой. Ой, давай. Ко мне сейчас, да, ползешь? Дай. Куха. Я так и думала, что у нас нимблер, или как по-другому их называют, еще фудфитер, очень даже зайдет. Положила им туда сейчас яблочко. И он с ними расстается уже минут 10. Я успела поставить мясо варить. И яблочко там очень-очень хорошо. Я долечки так ложила, чтобы они полностью заполняли эту сосочку. Покажи, коромочка. А посмотрите, что осталось уже. Уже совсем ничего почти не осталось. Можно новые заводить. Вот. Мы уже кабачок едим. И кашу еще мы едим. Я кашу ему вчера купила. Вчера, сегодня мы уже едим кашу. И вот сейчас еще яблочко тоже начали. Сейчас покажу вам кашку, какую купила. Ну, купила вот эту Хайнц. Цельнозерновую. Кашка пшеничная, без молока. Она, с 5 месяцев написано. Ну, уже 4,5. Я решила, что, наверное, можно попробовать. Вот, в принципе, вроде бы все хорошо написано в магните. Покупала вчера вечером. А сегодня смотрю, у них другие каши, которые фрутоняня, спрятаны в другое место. То есть эти отдельно стоят, а это примерно 100 с чем-то рублей стоит. А фрутоняня, которая дешевле, она, наверное, рублей 80 или 90. Акция там написана, и стоят в другом месте. Ну, почти то же самое фрутоняня, что и Хайнц эти. Ну, по крайней мере, то же самое написано. Вот. Так что мы уже эту кашку едим. Хорошо, достаточно. Еще купила вот попробовать сок. Завтра поедем в деревню, чтобы с собой в баночке его надеть ему, чтобы он пил. Ну, кажется, нам уже поднадоело. Кажется, нам поднадоело, да, Ромочка, уже нимблером? Да там, наверное, мало осталось, так ему уже не очень интересно. Еще хочу попробовать туда бананчик запихнуть. Бананчик, наверное, вообще хорошо зайдет, мне кажется. Потому что он такой весь мягонький и, наверное, будет хорошо влезать через эти дырочки. И уже это все обмусолил, все уже съел. У нас из-за слюней подбородочки, прыщички прям под губой. Вот, надо сегодня помазать бэби бантенечком, не знаю. И была температура у нас тут, сопли были, видимо, вирус какой-то, потому что у среднего также насморк, но у него не было температуры, он у меня более устойчивый. У Ромы вот были насморк и температура одну ночь, мы совсем не спали до 3 ночи, и потом так перед небольшими кусочками у нас был сон. Но потом, на следующий день вызвали, конечно, врача, она все посмотрела, сказала, что в поликлинику нам не надо ходить, выписала что-то. И мы пошли, в принципе, вот на поправку, вроде все лучше становится. Вот, но заболел муж, заболела мама, которая заходила один раз к нам. Короче, видимо, вирус какой-то. У всех болит горло, причем по-страшному. Не знаю, как болело у Ромочки, но, наверное, тоже сильно. Вот. Кстати, врач приходила, и она даже сказала, что можно мироместином, представляете, брызнуть один разик. Что 1-2 раза в день по одному пшику мироместином можно вот уже в 4 месяца ребеночку брызгать. Я даже не знала этого. Думала, вообще, наверное, ничего нельзя. Брызнула ему 2-й день на ночь, он хорошо спал. Может, действительно, у него сильно горлышко болело, и мироместинчик помог.
Ребята там крысу какую-то рассматривают, девочки. Опять девочка с крысой. Помните, она уже гуляла на стадионе. Крыса тут везде ползает, совсем ручная. В траве не видно, вон заползает на ногу. Нам пришел заказик КДВ на 388 рублей из новенького. Это все, в принципе, заказывали уже, только другой заказали, просто молочный шоколад с ананасом, а не с орехами. Дети что-то с орехами не едят у нас. Из новенького заказали вот такой вот чай, это гранулированный черный, премиум качество написано. Самый, честно говоря, дешевый чай, но он что-то у них 43 рубля. До этого я заказывала в пакетиках. В пакетиках, по-моему, немного подорожал чай у них. Был до 40 рублей, а стал тоже больше 40 рублей. Но вот за 100 грамм, за такой чай 43 рубля, это, в принципе, нормальная цена, очень хорошая. Опять это нам в подарок положили. Крекер с солью одну штуку заказали, так как дети не очень его хотят. Вот это печенье в прошлый раз понравилось, в этот раз заказали побольше, две штучки. Самого дешевого за 10 рублей у них, кстати, не было. В этот раз оно у них и закончилось. Две упаковочки вафли, самые простые. Два рулета, сейчас, наверное, один съедим. О, ничего себе, я заказала не то печенье. Я думала, я простое домашнее чаепитие то заказываю, которое мы до этого заказывала, помнишь, да? А я заказала такое кругленькое. Сколько стоит такое кругленькое печенье? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 17 рублей 20 копеек. Ну, конечно, печенюшек со счетом штук. 6, что ли? Каждому по одной, короче. Еще заказали вот такое вот, как оно называется? Сэндвич. Печенье. Печенье затяжное сэндвич. Тонди. Ее упаковки разные. Такое вот такое. И такое стоит печенье, сэндвич 20 рублей 50 копеек. И для Ромы я заказала еще вот этот вот бегемотик Бонди, обогащенный кальцием. Он, конечно, идет с 5 месяцев, но, наверное, мы с 5 его и начнем кушать. И стоит этот бегемотик Бонди в магазине, я смотрела, он стоит 46 рублей в Магните. Здесь стоит 39 рублей 70 копеек. В принципе, не намного экономия. Но там зато, не знаю, там вроде какой-то только один стоит этот бегемотик, а здесь можно выбрать, чем будет обогащен бегемотик. Вот, мы выбрали, чтобы кальцием был обогащен. Так, сроки годности вон до 6 февраля 2019 года. 180 грамм. Вот, все вроде я вам показала.